С 12 по 14 января в Дербенте пройдет фестиваль «Этномода» в рамках проекта «Красная дорожка», куда будут приглашены к участию все регионы Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Кроме представителей индустрии моды, в мероприятии примут участие дизайнеры и ювелиры. По словам организаторов проекта ДРО «Гильдия дизайнеров», данное мероприятие позволит показать продукцию дагестанских дизайнеров, ювелиров и ковроткачества на высоком уровне, тем самым привлечь клиентов из зарубежья, объединить ресурсы исторически сложившихся брендов, таких как ковроткачество гобелены, кайтакская вышивка, золотое шитье, кожевничинство и на весь мир известное ювелирное искусство кубачинских и гоцетлинских мастеров. Также самое главное, что в результате реализации проекта должны увеличиться показатели экономического развития Республики Дагестан. Реализация проекта приведет к развитию туризма и фэшн-туризма. Это, в свою очередь, повысит имидж Республики Дагестан и создаст дополнительные рабочие места за счет развития предпринимательства. Отметим, что в приоритете создание рабочих мест для малоимущих, многодетных и лиц пенсионного возраста. Асият Умалатова, Сиражудин Магомедов, новости телеканал «Среда».